Так, ребята, приветствую. Заехал на Лимогрен 5542, посев 31 марта. Заехал проверить его. Ой, вот мой рост. Мы видим, да? У нас начинается цветение. Это я приехал оттуда, где у нас на целине. Подсолнечник был посеян. Сейчас я здесь нахожусь, у меня 1,84 м. Я понимаю, что рост нет, но я уже соскучился за цветением, увидеть, как подсолнечник цветет. Это радость, это всегда радость. Солнечная культура. Попробую пройти. Я представляю, в этом году все заходят и заходят в лес. Ну, подсолнечник. Ну как, вот что я, тут 50 тысяч, давайте я чуть переключусь на это, 50 тысяч посев, но ничего не вижу, может так вам будет видно. Все четко, тли нету, растения здоровые, да, здоровые ж? Вот, ой, начинаем. С верхнего яруса до нижнего. Где-то тут что-то мы... Нет, уже не видно. Растения здоровые, друзья. Так. Все, я вышел из джунглей. Так, едем, едем, едем дальше. Доехать до ячменя. Все, пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это наша жизнь. Как видите, мы иногда делаем невозможное возможным, но это мы все вместе делаем. Мы делимся опытом, делимся знаниями, делимся с успехами и ошибками. Поэтому это наша школа жизни. Удачи! Желаю на уборке, чтобы все получалось, как задумали. И все, вперед, с Богом, пока-пока.